Глава восьмая. Часть первая. Утром мы завтракали в большом зале, как будто ничего не произошло. Огромный королевский стол казался теперь еще больше из-за отсутствия гостей. Есть вдвоем было слишком одиноко. Тени наполняли зал, танцуя в последний раз перед рассветом. Каменный престол пустовал, как и все прочие сидения. Замок еще спал — а это неугомонное бестие уже уплетало салат из вершков репы с петрушкой и луком. «Кого-то еще волнует еда в этом мире», — подумал я. «Как она может есть после всего, что случилось? Как вообще можно осушать чашу с вином и не думать, совсем не думать об этом?» Я без всякого аппетита посмотрел в тарелку. Завтрак стоял передо мной нетронутый зажаренные помидоры в сыре с хрустящей корочкой под чесноком, овсяные оладьи и горячий хлеб. Варварская пища. Я пытался всеми силами не думать о том, что произошло этой ночью, но воспоминания одолевали меня, врывались в мой разум. не с аппетитом жрала сочные листья, и этот хруст, дикий хруст, так могут хрустеть только ломаные кости не покидал мою голову. — Ты не ешь, — заметила Эния, разломив большую краюху черного хлеба. — Случилось что? — Случилось что? — хотел было выкрикнуть я, но был без сил. Ночью Эния загнала не только свою гвардию, но и меня. Мои задние ноги больно ныли, а на теле постыдным огнем расцветали следы ее копыт и зубов. В любви она была неистово так же, как и во всем остальном. — Ваш осекся я. Королева приказывала во всем теперь обращаться к ней только по имени. — Эния, ты неправильно держишь вилку. Надо обращать ее зубцами вниз, а так, как ты, делают только дикари. — Можно подумать, меня волнует, с какой стороны Эния берет вилку в копыта. Я просто боюсь заговорить с ней заговорить об этой ночи. — О, спасибо! — невинно улыбнулась она, по всем правилам накалывая листик петрушки. — Но ты не ответил на вопрос. — Тебе не по вкусу моя еда. Скажи, каких явс ты желаешь, и их принесут. Мне вдруг вспомнилась Аэда. О, уж она бы сказала ей, чего и кого она желает сожрать на завтрак, да еще скажет, как нужно прожарить их ребрышки. Мне подурнело мысли о мясе и крови, пробудили свежие воспоминания, и мой живот обернулся студнем. Никаких, правда, никаких, я не голоден. Ты голоден, и ты мне врешь. Прямо сказала Эния, показывая мне свои крепкие белые зубы. Обитала ли когда-нибудь столь порочная душа в столь красивом теле? Она убила их. Она убила всех. Тартар, побери, это было ужасно. Сперва пали защитники Гавани. Я видел, стоя на крепостной стене, как один за другим, мягкими вспышками расцветают огнем их ветхие хижины. А ветер, перебегая с одной крыши на другую, терзает небо, заставляя звезды дрожать от жара. Каренголь возглавил атаку и с первого раза им удалось отвоевать причал. Горожане были плохо вооружены и не умели сражаться. Очень скоро началась паника. На этот раз их встретили не хлипкие гарнизоны, но королевская гвардия. Жестокий натиск смял дрогнувшие ряды, и волны стали прокатились по улицам, неся смерть и опустошение. Лучники стреляли в спины убегающим жителям, огонь пожирал дом за домом. Наконец, у тлеющем пепелище началась казнь. Нет, лучше не вспоминать, не вспоминать. Ты сожалеешь о том, что ты сделала? вдруг спросил я, уставившись в помидоры. Если эти помидоры ответили мне вместо Энни, я был бы не против. О том, что не отдала тебя на растерзание, мягко подсказала она протыкая вилкой редис, как копьем протыкают чью-то плоть. Они все мертвы, мертвы. Сколько бесполезных смертей, а ей все равно. Неужели в ней нет ни капли сострадания? Зачем ты убила их? Почему их нельзя было просто разогнать? Вот ей сказал это. Наконец сказал, да простят меня боги. Хороший вопрос, кивнул себе Энни. А почему ты интересуешься? Они тебе никто. Можно ли все настолько огрубить? Можно ли бросить чью-то жизнь на весы истории просто потому, что этот пони тебе никто? Эня отдала приказ, но сколько еще безымянных палачей его исполнили? Мне кажется, что главная проблема мира как раз в том, что все мы друг другу никто, — сказал я, отодвинув тарелку от вида еды меня мутило. — Вы, единороги, любите предаваться философии, — заметила Энни. — Может, это и есть ключ к пониманию вашей высокой культуры? — Вы пестуете самоценность жизни? — Вот и скажи мне, старл Свирл, должна ли я была обменять одну твою жизнь на сотни других? — В моих глазах ты стоишь больше тысяч моих холопов сравнима ли твоя жизнь с жизнью обыкновенного серва? И вправду, сравнима ли? Мне уготовано стать величайшим волшебником Эквестрии, от меня будут зависеть судьбы мира. Судьба же тех, чьи головы венчают пики перед дворцом, не будет интересной истории. Они уже никогда не смогут заговорить и оставить в ней свое слово. Их скулы бледны, как саван, лица умащены смолой — а языки вырваны с корнем. Их бледные остекленевшие глаза смотрят в небо, их плотью пируют вороны, а Эйния, как ни в чем не бывало, накалывает треди с вилкой, и ей достает совести даже улыбаться. Одетая в лилейный бархат, она пьет красное вино, и алые ручейки жертвенным потоком крови стекают по ее подбородку, постатные вые, пятная белоснежную серко темными каплями. Она страшна в такие минуты. И в такие минуты она прекрасна. — Моя жизнь принадлежит тебе, — уклончиво ответил я. — Твоя, — подтвердила Энни, — и многих других, кто присягнул мне на верность. Я же вольна казнить и миловать своих холопий так, как того захочу. Мой взгляд наконец встретился с ее. Никакого раскаяния даже того малого, что присуще каждому живому существу, то и толики сомнения, что залегает морщинкой на лбу, того наигранного безразличия злодея, которому в тайне не все равно. Нет, она не притворяется, понял я. Она на самом деле гордится тем, что совершила. Она восхищена своим поступком. Я вдруг вспомнил слова Гвидона о том, что самые страшные убийцы те — кто думают, что совершают великие дела. Им ни в чем нет меры. Глядя в эти алчущие розовые глаза, я понял, что он имел в виду. Эйния как бездонный сосуд, который мы пытаемся наполнить, но не доберемся до краев никогда. Сколько меда не лей, волк будет хотеть крови. Возможно, ты ошиблась, и я немного стою, раз не удержал царя от смертоубийства. Я поднялся из-за стола и бросил под ноги салфетку. — Прости. — Но я не могу есть с тобой с одного стола. Мне противен вкус крови. — Теперь я покойник. — Пронеслось у меня в голове. — Отважный, честный, но все же покойник. — Зачем я это сказал? Да какая к дискорд возьми разница? Как будто, если бы я смолчал, было бы еще лучше. Как будто бы это вернуло мертвых к жизни. — с минуты Эйния мрачно сидела, ковыряясь кинжалом в зубах. Один раз мне показалось, что она собирается запустить его мне в горло, но я не мог уйти, не мог пошевелиться. Если бы я тронулся с места, это значило бы, что я спасовал, а Эния победила. Советник короля должен твердо отстаивать перед своим сюзереном правду, какой бы горькой она ни была. Вскоре мрачное лицо Энни сменилось легкой улыбкой, а потом кобылка и вовсе перешла на хохот. Энни ржала, как настоящий марафонский жеребец, гортанно и глубоко. Ты мне нравишься, Старлсвирл. Одним движением она вогнала кинжал в деревянную доску стола. Может быть, своим прозвищем тебе следует взять Мудрый, Старлсвирл Мудрый? попробовала она на созвученном на языке. По-моему, звучит. Королева захмелела, но я знал, что Эния способна пережить еще не один кувшин, прежде чем потерять остатки разума. Это была проверка. Пусть думает ягненок, что я была пьяна и не оценила по достоинству его упрек. Посмотрим, как он вывернется, — говорило ее лицо. Но я был неумолим. Я бы предпочел, чтобы мудрым нарекли не меня, но монарха, которого я буду воспитывать. Эния мудрая, по-моему, звучит ничуть не хуже. Пьяная улыбка мгновенно исчезла с лица кобылки. — Справедливо. — Милую семьи казненных, — твердо сказал я. — Дай им похоронить своих родных с достоинством. Перемена в моем тоне, похоже, позабавила Энию. Она облизнулась на меня, как кошка на сметану. «Острый у тебя язычок, маг!» «Почему я его не вырвала вместе с остальными?» «Потому что один язык, шепчущий правду, стоит тысячи, оглашающих эту правду во всеуслышание!» «Камень! Я должен быть как камень, как твердыня, крепкая и непоколебимая! Если я не выдержу этого испытания...» то моя голова станет следующей в железном чистоколе изменников. Напоминал я себе и говорил спокойно и равнодушно. И кроме того, потому что твой язык весьма искусен меж моих бедер, подсказала Эния, побудив меня зардеться от стыда. До этой ночи я не ведала, что устами можно распоряжаться и таким образом. Впрочем, что правда, то правда. Язык твой полезен, а потому останется на месте. А что насчет казненных? Не унимался я. Ну хорошо. Рот Энни сложился в прямую линию. Что ж я буду спорить с советником, которого сама и назначила? Пусть посидят на пиках до заката, а после так уж и быть, помилую. Это надо сделать сейчас, Эни. Они посидят на пиках до заката. Мягко, но настойчиво повторила она, и я понял, что это большее, на что я могу рассчитывать. Голос Энни начал отдавать гортанным рычанием львицы, обороняющей свою добычу, и я решил более не дразнить хищника. Под звездами кровь и смола мокро поблескивали сталью. Они все были здесь. Их головы украшали передний двор, привлекая воронье с округи. Некоторые из них были вывешены за барбакан перед местом, где еще недавно разгорался костер. Теперь от него остались лишь горсти золы. Черная сажа, разнесенная ветром, налипла к сапогам. Гари гниения разносились в холодном воздухе, и было трудно дышать. Я смотрел на мертвых, проходя по внешней стене, и каждое лицо, казалось, укоряло меня в своей мучительной смерти. «Я не убивал их», — твердил о себе. Я не убивал их. Безжизненные лики, однако, были глухи к моим оправданиям. Раскрытые рты казненных, лишенные языков, вопили от боли, а их блеклые зрачки смотрели в предрассветное небо. «Царство Эни Винтийской не должно встретить рассвет солнца», — сказал мне Гвидон. «Что ж, тогда эти бедняги счастливчики», — грустно подумал я. «Они, по крайней мере, этот рассвет не встретят». Они умерли, а я все еще жив. Мое сердце жарко бьется под грудью. Я дышу воздухом и еще увижу, как их мир будет полностью уничтожен. Мертвые не услышат треск своих костей. Его услышат только живые. Если не оглохнут от него, — добавил про себя я, — можно ли оглохнуть от горя? Сто главы вечерей войдет это событие в книге истории. Ровно сто голов Эния водрузила на пике перед дворцом в назидание подданным. Сто смутьянов были преданы казни незамедлительной, и королева сама рубила им головы. Она приказала мне смотреть, и я смотрел. Ее скулы багровели кровью при каждом ударе. Когда она входила в раз, щеки кобылы вздувались, как ее ноздри. Ее дыхание стыло паром на холодном ветру. «Не спится?» Аэда стояла, прислонившись к зубцу крепости, и лениво смотрела в сторону причала. После битвы уцеляла только пара галер, остальные купались в сером море, возвышая к небу острые пики своих мачт. Мореное дерево на них почернело, и в темноте казалось, будто это огромный морской еж, ощерившись, раскинул свои иглы над водой. — Ох, и жарко же вы побеседовали о рекогностировке флота, голубки! Я понимаю, что это любовь с первого взгляда, но корабли-то за что? Что ты тут делаешь? Как что? Наигранно удивилась она. Пирую по трохами мертвецов вместе с моими друзьями, воронами и червями. Утроба моего живота чуть не превратилась в воду. Со вчерашнего дня я не брал в рот и маковой росинки, но уже был сыт по горло разговорами о крови, смерти и трупах. Скоро все это будет являться мне во снах, — подумал я. — Они-то тебе гораздо милее живых пони, верно? — Ты клевый парень, Ноэл, но такой дурак, — рассмеялась она. — Так и не возьмешь в толк, когда я шучу, а когда говорю серьезно. — О, поверь мне, ничто на свете для меня не является большим деликатесом, чем твоя девственная душа. — Уже не девственная, «А, изнасилование не в счет!» — отрезала Аэда. «Ты не кобыла, чтоб так просто лишиться невинности!» Мои губы предательски дрогнули, а синяки и укусы возгорели на теле жаром. «Я не могу это больше выносить, Аэда!» Мои копыта цокнули по камню. «Это слишком! Она просто зверь! Она, она хуже, чем зверь! Посмотри на это! Посмотри, что она сделала!» Я кивнул в направлении внешней стены. Никаким медом не смирить этого волка. Ну-ну, «Но -но, не надо так! Ты был весьма сладок, скорчила мордашку муза. Коли не был бы, она не наградила бы тебя этими укусами. Даже крысы в сырых казиматах слышали вашу арию. Признаюсь, не думала, что ты способен так кричать? Это был крик боли. Слова, слова, слова! Мотнула она головой. «Просто признайся, что тебе понравилось. Когда ты и она были одним целым. Вы в каком-то роде действительно одно целое, кстати. Только Энни не боится такой близости». «Что ты этим хочешь сказать?» Насторжился я. «Еще не понял? Как автор ты повинен в том, что вдохнул жизнь в свое творение. Поэтому оно продолжение тебя и ты сам». В каждом персонаже оставлена частичка тебя. Гвидон, твои боли скор по покинутому дому, в котором ты бросил своих родителей. Гастерат — коварство и злоба. Карнинголь, покорство и раболепие. Кусочки твоей души разбросаны повсюду. Я везде их вижу. В их ряду Эния — особый случай. Эния твоя? Не хочу слышать! Отрезал я, пожалуй, даже слишком поспешно. Мало того, что она твое тайное влечение, настойчиво продолжала Аэда, — если во всех остальных твоих героях засели лишь осколки, то в ней, о, -о, о! В ней покоится неограненный бриллиант души, она самый близкий твоему духу персонаж. И поэтому, как бы ты ни отрицал, тебя к ней тянет, все, что она совершает, хотел бы совершать и ты. В ней царствуют пороки и неосуществленные страсти, которых ты алчишь, но не можешь вкусить. Ты волк, а она полная луна. Так хочется завыть!» — мечтательно протянула она. «Но ты понимаешь, что погибнешь, если поддашься ей». «Нет, я тебе не верю. Нет, я не хочу верить!» «Разве я похож на чудовище?» — Срывавшимся голосом спросил я. «А разве похоже на чудовище Энни?» — парировала Аэда. «Дураки гораздо наполнять мир стереотипами. В сказках принцессы всегда прекрасны и непорочны, а драконы злые и коварны. Но что, если мир устроен иначе? Что, если эти ящерицы оберегают нас от какого-то зла? Не зря же они запирают дев в башнях. Что, если сердца этих поганых дев чернее любого порождения тьмы? Что, если они ждут своих рыцарей только для того, чтобы похлебать кровь из их шеи? Не ведись на милый облик, Ноуэлл. Ядовитые цветы тоже восхитительны на вид. Я не она. Мои губы сложились в прямую линию. И нет у меня за плечами никаких темных дел. Да, конечно. — промурлыкала она, прильнув ко мне. — Ты просто продал прислужнице Аида свою бессмертную душу за то, чтобы стать великим писателем. — Всего-то делов, душа! — сущая безделица! — Сколько пони живут без нее, даже не замечая! — Я не убивал никого! — Так ли уж никого? Себя не в счет? Я не насаживал их головы на пике! — Рассержно ответил я. — Я не убивал их. Но тем не менее смотрел, как их обезглавливают. Я не жестокий, а это. И поэтому бросил свою семью? — Быть может, ей вправду чудовище, — подумал я. И не хоть не боится признаться в этом, а я... Что я? Трус я. Самый настоящий трус. Перед кем я пытаюсь отпираться? В ее копытах моя душа, и она видит меня насквозь. О, нет, это ужасно. Голос мой во второй раз сорвался. На зеркало нече пенять, проговорила Аэда, погладив меня по спине и лизнула в ухо. Если честно, даже завидую Энни. Какой же ребец лежит в ее постели? Сколько в нем необузданных страстей, как глубоки его пороки. «Прекрати, я не такой, но тебе хотелось быть таким». А Эда не стал дожидаться моего ответа. «Ты задумывался хоть раз, зачем ты решил написать эту книгу? Веками бездари мучают меня однообразным ответами на этот вопрос. Я устала. Глупцы пишут про любовь, неудачники про успех, жадные про деньги, но ты, Ноуэлл, ты возбуждаешь меня другим. Она вновь жарко лизнула мое ухо. — Ты, робкий агнец, пишешь про львов, что во всех нас. Ты, маленький пони, пишешь про великих пони, великих во всем. От подвигов до преступлений тебя тянет к ним, но ты боишься своего влечения, боишься сорвать с себя шкуру ягненка и на поверку не обнаружить под ней зверя. Ведь если это так, то нам придется признать, что барашек влюбился в волка. А разве так бывает? Бывает ли так, что ты влюбляешься в чудовище, уточнил я. Поздравляю, ты только что задал своей книге самый важный вопрос, серьезно сказала Муза. А эда посмотрела со мной вдаль. А бывает ли, что благородный рыцарь предпочел принцессе дракона? Занимался рассвет. Жаркая длань солнца потянулась к верхушкам деревьев и обредила по золотой остроносой шпили. Вот и новый день. Царство Энии Винтийской увидело рассвет солнца. Он был чрезвычайно радостным и ярким, совсем не таким, каким я его представлял. Если бы солнцу достало стыда, оно бы побледнело перед пролитой кровью, но, видно, солнце не знает стыда. Боги не знают стыда, потому что они боги. Что этот лживый рассвет понимает в моих чувствах? Можно ли влюбиться в чудовище? Неужели все так просто? Неужели так банально можно выразить то, что меня гложет? Я люблю ее, и я ее ненавижу. О, как я порочен! Свет не рождал более прекрасное и более ужасное существо. Шутка фортуны. Аид подземный. Почему я ее так люблю? Почему я не могу выбросить ее из головы? Почему? Почему? Почему мне так больно? Потому что ты на верном пути. Без тени улыбки ответила муза. Все, что настоящее, приносит боль. Чего стоит книга, если она не способна тебя поранить? Боль — признак жизни. Она означает, что ты пишешь свою историю не напрасно. Тебя мучают великие вопросы, Ноуэлл. И то, как твоя история на них ответит, будет определять величину тебя как автора. Может ли тиран любить, есть ли в абсолютном зле добро? Оправдывают ли благородные стремления самые низкие поступки? Стоит ли жизнь серва жизни господ? Способен ли народ самостоятельно прийти к своему счастью? Станет ли подлинно цивилизованным королевством то, в котором все подданные поголовно рабы своего царя? примет ли новую веру земля, которая тысячи лет была под властью языческих богов? Все эти вопросы ты так или иначе уже поднимал, и тебе придется ответить на каждый, чтобы достойно завершить свою книгу. — Теперь я не уверен, что смогу это сделать, — признался я, закидывая передние копыта на зубец стены. Все стало слишком сложно. Вороны закружили над Барбаканом, собираясь пировать казненными, и я отвернулся. Я не убивал их, но люблю того, кто их обезглавил. Я делил ложе с их палачом. Какое право я могу смотреть им в глаза? — Знаешь, зачем пони пишут книги, Ноуэлл? — вдруг спросила Айда. — За тем, что мы все отпрыски рода понячего и способны делать прекрасной свою мысль. Писатель стоит выше скульптора или живописца только потому, что работает — с самым неподатливым материалом из всех, со словом. Красивая мысль, облеченная в слова, вот почему изголодалась вселенная. Вот та желанная ценность, что стоит целой жизни и целого мира, — с надрывом сказала она. — У тебя красивая мысль, Ноуэлл. Она стоит того, чтобы заточить перо, пусть даже обмакнешь ты его в собственную кровь. Настоящий писатель должен быть готов пустить себе кровь ради этого. Тем более, что мне это не впервые, — подумал я. Я вдруг вспомнил ванну, теплую воду, блекнувшую у меня в глазах, металлический привкус во рту. Я боюсь дойти до края, как в прошлый раз. Сознался я, и мои уши поджались. А Эда зашла ко мне сзади и посмотрела поверх зубцов вниз — Туда, где на 12 метров обрывалась в воздух крепостная стена. — А ты уже на краю, — заметила Муза. — И тебе придется его переступить, если не хочешь написать очередную сказку про драконов и принцесс. Чьи-то копыта резко толкнули меня вперед, и я перегнулся через зубец, и подо мной, отливая оранжевым светом, заиграли острия скал — которые, как зубья морского кракена, разверзались из воды. Айда схватила меня за пояс и чуть оттянула от края. — Какое твое последнее желание перед смертью? — Айда, не шути так, пожалуйста! — выкрикнул я, округляя глаза на бушующие волны. — Бедный Нойл! Ты все еще не понимаешь, когда я шучу! — хохотнула она, ослабляя хватку. Я рывком дернулся вниз. Когда ты разобьешься, я со своими друзьями-воронами поклюю твое сердце и печень. Ее смех стал громче. Вот это сейчас была шутка. Не буду я жрать тебя, потому что после такого падения от тебя ничего не останется. Ну так каково твое последнее желание? Не отпускай меня. Мудрое желание. Зря все-таки ты не согласился взять себе такое прозвище, а? но я могу прыгнуть вместе с тобой, и мне ничего не сделается. Я сдержу перед тобой слово, а ты все равно размажешься о скалы. Я... я хочу дописать свою книгу. Выпрыгнул я, судорожно вдыхая морской воздух. Не отпускай меня! Что ты сказал? Не слышу! Хватка Аэда еще больше ослабла. Я наклонилась над водой, как попойца. Криво и неестественно. Мои копыта отчаянно царапали по грубому камню. Я допишу книгу, я отвечу на все вопросы. Все, что захочешь, сделаю, но не отпускай меня. Не верю, крикнула Муза. Докажи мне. Второй раз умереть нельзя, верно? Копыта отпустили меня, предоставив тело свободному падению. Я падал. Казалось, что я падал годы и годы. Если все это сон, блаж разума, то я проснусь за мгновение до того, как ударюсь о скалы. Второй раз умереть нельзя. Верно? Но я падал, а скалы приближались. Кровь стучала в висках, а от нереальности происходящего легкие и сердце сжимались в скомканные клочки плоти. Второй раз умереть нельзя. Не было неба, не было солнца, не было колев и отсеченных голов тоже не было. Лишь земля надвигалась, чтобы разбить мое тело. «Докажи мне!» — вторил голос в голове. «Докажи мне!» Что я должен доказать, разбившись о скалы? Вскоре, однако, я с удивлением заметил, что подо мной не было и скал. Я все еще падал, но теперь падал с огромной высоты. Подо мной вились серебряный нитирек в темных лесах, снеговые шапки гор, желтые пустыни, голубые моря. Я падал над старой эквестрией, над миром, который я создал. Докажи мне, чего ты хочешь от меня, проклятый голос?» чтобы я научился летать? Я бы хотел летать, но я не пегас, я даже не единорог. Все, что я могу, падать, падать, падать. В ритм ударом моего сердца вторило еще что-то под грудью. Я вспомнил, что это моя книга. Она тоже гулко барабанила, словно отвечая мне. Падать, падать, падать. Ветер резал уши, холод пронизывал тело. Падать гораздо больнее, чем разбиваться. «Докажи мне!» — шептал роняющий меня воздух. «Докажи мне!» — отбивала дробь сердца. «Докажи мне!» Не особо надеясь на успех, я расправил копыта. Грудь выгнулась навстречу ревущему ветру. Голова запрокинулась к небу, и я вдруг осознал, что лечу. Я зажмурил глаза и вновь их открыл. Я был птицей. Тело мое покрывали густые перья — а широкие крылья гладили воздух и рассекали ветер, как мягкий шелк. «Докажи мне!» Я был орлом и ястребом, вороном и голубем. Я летел над темнолесьем, и густые белые кроны сверкали на солнце опавшим снегом. Я бежал лосем в дебрях ока мира. Я гнался волком за ланью у демоновой короны. Я собирал жатву на полях у еловатой топи. Я был всем, я был все!» все что хотела показать не аэда понял я я творец этого мира и я могу решать его судьбу я могу быть кем угодно где угодно и когда угодно я вновь зажмурил глаза краски и формы соединялись в моем сознании звезды сгорали в пламенем превращаясь в осенние листья я стоял на помосте посреди королевского сада кованное золото обрежало кроны благородных дубов а тропинки были устланы торжественным багрянцем. Наступила золотая осень, месяц урожая. Лики богов во всех деревнях окрасились охрой. Горячее небо, не остывшее от летнего жара, испарило тучи и отливало янтарем.